Смею разочаровать апологетов некоторых. В чем будет разочарование? Разочарование состоит в том, что сейчас ведется активная работа по созданию юридического лица Китайской Народной Республики. Чем будет занято это юрлицо? Оно будет занято производством бытовой техники, электроинструментов с использованием встраиваемого привода с совмещенными обмотками. Для этого они будут иметь право производства двигателей, контроллеров, всего привода в целом. При этом это предприятие будет проинвестировано инвестором, внешним, зарубежным. Они возьмут на себя затраты по созданию оснастки, наполнению оборотными средствами и так далее. Все необходимое для того, чтобы поставить в производство. Постановка в производстве реализации первой партии планируется. Планируется, запомните, чтобы потом мне не говорили, что вы сказали. Я сказал, планируется. Это зависит не только от меня. Через 4 месяца максимум. Совелмаш будет получать каждое изделие, выпущенное и продано, свой процент. Мы с вами за это говорили. Но там еще не построено. Там еще не построено. А уже первая разработка. Делается по ней все необходимое для ее коммерциализации. Что по этому поводу можно сказать? Хорошо или плохо? Я думаю, неплохо. И в свете того, что нам надо с вами решать проблемы дальнейшие, потому что как только предприятие это будет готово, ПКТБ, планируется с Китайской Народной Республики поставка комплектации для того, чтобы эту же продукцию производить на наших площадях. Было бы здание готово сейчас это, мы бы это делали здесь уже. Тоже. Но тем не менее, факт остается фактом. Помешает ли это строительству? Нет, это не помешает строительству. Это параллельный процесс. И эта работа по созданию этого привода началась еще в 2009 году. Когда мы занимались Интерсколом, работали, те тогда не услышали, получилась вот такая ерунда, что и получилось, что предприятие Интерскол из русского превратилось в китайское. Базовые модели, доноры, которые будут взяты для этого дела, это не Интерскол. Выбираются брендовые модели, совершенно другие, будет доработка сделана пластиковых деталей под эти модели, под размещение нашего привода туда. Вот планируется в течение года, как это сказать, разных видов изделий. Ну, всего ничего, 6 штук. 6. Больше вряд ли получится, но планируется. Но я полагаю, дай бог, если осилим 2-3, это будет прекрасно. Это будет прекрасно. Сейчас прорабатываются все варианты, под каким брендом, где, на какой территории это будет продаваться. И представляться рынку. Естественно, что первые же выпущенные партии в Китае они будут сертифицироваться. По-своему у нас будут по-своему сертифицироваться. Будут эти партии, из этих партий будут образцы, направлены в различные места для проведения рекламы кампании. Первоочередное право приобретения будет предоставлено инвесторам и партнерам. Это безусловно и даже не обсуждается. Если не хватит во внешний мир, мы будем ждать следующую партию. Если хватит, будем. Но на внутреннем рынке будем продавать то, что будет собираться здесь, у нас. Вот такие неприятные новости у нас на сегодняшний день.
кому-то это неприятные, кому-то долгожданные. Для всех это новости разные, потому что, как говорится, есть аверс и реверс у монеты. То, что, ну, есть такая поговорка, то, что русскому хорошо, немцу смерть. Есть же такое, да? Есть. Поэтому для хейтеров, наверное, это неприятно. А что делать? Да, а что делать? Вот, но, тем не менее, еще могу сказать, что сейчас прорабатывается еще ряд договоров на выполнение работ. И уже обозначены условия поставки, количество поставки изделий. Это тоже касается приводов. Те наработки, которые мы делали раньше, по мотор-колесам, в частности, и контроллеры, и приводы, обозначены объемы выпуска. Эти объемы выпуска могут быть реализованы на том оборудовании, которое мы привезли из Китая, благодаря Виктору Арестову. Поэтому видите, как получается, что Европа там всячески упирается, кузиборты строит, а с Китаем мы потихоньку ведем диалог, целенаправленный. Поэтому вода камень точит, и поставлять, я думаю, Китай будет в Европу. Много. Вот. Но, в принципе, это можно было сделать по другой схеме, но так как бизнес не взаимодействует с Российской Федерацией ввиду наложенных санкций, поэтому вынуждено действовать так. Я не хочу, сейчас звучит на одну вещь, одно с этим самым, а это на эту, это с этой аналогией провести, что всегда найдется выход из ситуации. Поэтому, ну что, сделали санкции, ешьте их, не подавитесь. Вот такие новости у нас на сегодняшний день с вами.